РЖД бичес. Так, как не форм, не помню. Я буду на стороне победителей. РЖД. Чего? Со мной железной дороги. Я выиграю. Нечестно, нечестно. Все троём давайте. Ладно. Стоякал я за Торонто какой-то. Говорю, Локомотив круче. Так, а мы, подожди, мы форм. Вот, вот петух, да. Ну, вот так вот. Все, поехали. Пилоты. Ну сейчас ты выиграешь. Я вообще насрать, как у нас там команда держится, мне просто насрать. Я хороший тренер, мне насрать. Ой, сейчас попробую забить. Пока мне деньги платят, мне нормально. А как финтить? На какую кнопку там нажать? А, там смотри, там надо, чтобы финтить, надо зажать LT. Я вот хочу, смотрите, при зажать LT и крутить правый стик. Крутить правый, окей, все, понял. Да. Спасибо. LT, правый стик. Окей. Зажать LT, да. Это, а вот смотрите, там при загрузке от первого лица, ну, от третьего лица прям за спиной у него камера. Как мне играть так же, вот, со спиной, с камерой? А так, наверное, только в режиме легенды, когда свой персонаж делаешь, кажется. Я хочу. Вот там это карьера. Ты мне пацанешь или нет, ты петух? Сюжетную игру про футбол. Петух, ты мне пацанешь? Нет. Сюжетную игру про футбол от первого лица было бы эпично. Америка. Америка. Мне кажется, Локомотив сосет. Америка. Сможет выиграть. Ух ты. Видишь? Это такой черный. Я ухожу у них в розовеньком какой-то вратарь, не нравится мне. Америка. Ох, мы уже просираем, кажется. Хорош, Гагат, он хорош. Почему у нас одни черные? Я не знаю, это Локомотив, видишь, Локомотив? Они что, от угля, что ли, черные из Локомотива? Ух ты! Ты что, рестлинг? Это не рестлинг, чувак. Тут не надо так. Пасуй мне, я хороший черный, я хороший черный, я умею. Я могу! Пасуй мне. Очень далеко. Ух ты! Ну ты вообще какой-то странный. Я стою такой. Черные братья окружили тебя. На, обратно, пацанем. Слишком далеко. Куда ты так бьешь? А на лай что у нас? Пас наперед. Смотри, это типа. Сейчас покажу. Это типа вот так вот делаешь. Опа, и он наперед его летает. Да, и Гагату он наперед, спасибо. Вот знать. Это мы и называем плотность. Да, понял, мне пасуй кто-нибудь. Ты хоть. А, на X навешивать. X навешивать, да. Я PlayStation-ский X помню. Ну давай, я вот тут, я рядом. Я сейчас навешу, давай, переключай на центральную. Кду! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! О, да! Че, вот смотри, какая травка, смотри, вы все сейчас себе дадут, сейчас тебе дадут за твою травку. Держи желтенькую, хочешь еще и красненькую получишь. Короче, смотри, сейчас я расскажу, как убить пенальти, рассказать? Никакой, да че там? Да. Окей. Его апперкотами легко. Я тем более бью. Короче, надо, чтобы ползунок был в середине, и потом... Как нажимать, чтобы в середине он был на X? Просто слегка, просто слегка нажимать в середку удар. И потом про левым стиком, задерживаем. Как мне нажать, чтобы он был? Он не останавливается на середине. Давай, попасть. Надо попасть, да. Попасть, ты забьешь, это ж повлечено. Что было? Я вообще ничего не понял. Почему я на стик нажал, он стал бить? По-другому нельзя. Ну вот, видишь как. Да. Надо просто мне пенальти бить, тогда бы все было. Там ползунок, чтобы в середке был слегка, типа удар. Давай. Спасибо за пас, вообще, просто скажи. Я решил, что надо брать инициативу в свои руки. Да, конечно. Ой-ой-ой. Ну чё ты его отпускаешь? Вот так вот надо. Шпигун. Шпигун золотой стал. Давай, навай мне, пасы, навай. Есть, удар, давай, нет времени. То не пропустит. Во, вообще. Нет, давай мне. Ну пасан, а. Ну пасан, ты вообще пасы даешь, пасун. Эй, иди нахер. Здесь нужно играть в подкате, по-другому. Тут не надо играть в подкате, понимаешь, тебе говорит даже. Практически не поднимая головы. А ты на какой сложности? Вот, Fuck you. Быстрее. Нормальное дело. Нормально все делаем. Давай. А я сейчас так, оп. Видишь, какой я хороший. И он получает поддержку. Там давай, будет, не, ну будет. Куда ты? Ну что ж, надо было с просветом. С просветом.
с пролетом. Ну, ты понял. Не, давай. Судья молчит, все правильно, продолжай. Судья молчит, все правильно, продолжай. Удар готов! Нет! Ой. Мазила! Такие все заквативы. Да я бы даже попал. Нет, нет, нет! Смотри, 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 у меня мячик есть. Я упал. Видишь, мяч? Попал, а что в лицо ему попал? Я не ожидал, что, кстати, он так сделает. Он взял, выкинул душпик, он бросается в атаку, такой, нет, не мой дозор. Как команда сможет выбросить аут? Да вот так вот взяла и выбросила просто. Ой, прошу! Прям по яйцам. Смотри, 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 я опять так сделаю. Я в этот раз я быстрее нажал, потому что он туда-сюда бегает. Все нормально, Настя, ты сможешь Шаукана прибить. На. Молодец, поздравляю тебя. А первый, окей. Я добавил раунд. Ну что это было? Вообще удар. Сейчас, мне кажется, тому игроку, который не попал. Испортил, надо же, испортил. Просто. Смотрите. Я думаю, что он сделает, но ругать его не буду. Органика атаки. Какой пас, такой удар. Он так хотел. Какой пас, такой удар. Хорош. Мне. Давай. Давай на Б. Нет, Б. Мастер, вообще мастер. Я это. Я вот так вот прям. Стал перед тобой противник. Сзади противник. Он финтует, блин. Финты. Силовая жесткая игра. Давай. Силовая жесткая игра. Секунды. Для того подкаты есть. Мы вам и не балерины. Тарасов, ты чё? Ты чё такой борзой? Там просто попу понюхать хотел. Настя, ты сможешь? Давай. Вес через себя! Смотри, какой его... А тут я. А тут опять я. Я везде. Я как Питер, детка. И тут опять я. А тут опять нет у меня уже. Нет. Да черт. И если пробьет отсюда, может быть очень опасно. Там... Отстань. Да куда ты? Я не знаю. Обидно. Ай. Ну, так вот, вообще, так вот, терять мячик вообще не круто. Мне пасу. Куда ты, пасану бы хоть кому-нибудь. Сейчас навешиваю, давай. Ищи тупу. Давай. Он был поближе, блядь. Я не знаю. Я думал, я другой игрок, меня поменяли. Отлично. О, отлично, тут никого. Открыты ворота. Отлично. Нет. Пасы, давай. Нет. Ой, кривой, как лучше. И все. Там мы можем победить же так. Игрок не попал, и счет прежний. Нет, попытка отобрать мяч. Все прокатит. Прахом, друг. Смотрите, я тоже могу. Опа. Че он сидит, смотри. Он просто устал. Игрок травмирован, но похоже на скамейку не сядет. Че ты где-то? Я свой. Сейчас навешиваю. Да просто бей уже куда-нибудь. Ты слишком много времени тратишь. Все обошлось. Спасибо. Блин. Надо стать. Да фейс бей. Я хочу тебя убить. Давай. Настя, нет. Как передать? Дерьмо. Да я видел. Держи, давай, не время. Не пасуй, убей. Че ты? Куда ты пасуешь вообще? Что ты делал? Что ты делал? Какие пасы в такое военное время? Ну. Ты черт тебе дери. Нам он просто, свай. Он еще поехали, тот поехали, пас. Поехали, Камара, готов на пасы? Нет, блин! Ты заметил, кто у него бьет, руками, и кто постоянно промахивается? Стоявшиеся мячи, что, по-моему, кто-то кому-то может и помочь. Там действительно очень опасная ситуация, потому что на каждом ударе их сначала... На каждом ударе вначале... Отлично! Да ну заколебали! Да беги ты! Нормально все, посмотрели на мячик. Херовый мячик. У меня раньше в дворе лучше был мячик. Ну беги, давай, выбивай.
А ну ладно. Учился рикошет, норм. И, естественно, вполне бы начал аут. Команда будет вводить мяч. Настя, что ты делаешь? Иди, давай, работай, работай. Тарас Бурлак. Отдай мне мяч. Молодец. Мяч отдал уже все равно. Отдал. Ну смотри, опять отдал. Или защита сыграла здорово. Вернее всего и то, и другое. Главное, что ты мячи отдаешь. Вот ты теряешь, кажется, суть, что мячи-то не твои. Че он ударил? Я не бил! Че не бил? Тренировочный режим. Просто тварь. Ты как бы, ну, царь горы называется режим. Ну, типа, ты просто тварь. Царь горы. Просто тварь. Ну, не, ну там царь горы, там посмотришь, попробуй. Сейчас, у меня просто тут игра очень напряженная. Давай мне. Что там, ты Печенко, Крыжаков. Ты там слегка нажимай, хоть не удар-то. Я чуть джойстик не сломал сейчас. Все, отлично! Давай! Фиг. Минимальное количество голов, минимальный перевес. Минимальный перевес. Черный такой говорит, да если бы я сейчас свой гол бы вытащил, они бы перевесили. Сюда хрущевку парни зажал. Пойдем помоемся, что ли, а то все черные.